Ни дня без гостей — лозунг нашей площадки. Сегодня у нас гость, он сам о себе расскажет. Это Павел. Павел, вы Павел? Да, здравствуйте. Павел. Павел у нас живет не рядом, он живет в Лыткарино. Лыткарино. Там у них какая-то банда теннисная мощная. Или вы из Кускова? Мы в Кусково все играем. Ага, это кусковская банда. Шикарнейшее место Кусково. Да, да, все знаем, там 16 столов, как-то после ремонта там чудеса. Ну, у нас все попроще. Да, ну так что в архив записываем, в архив, в актив. Гость из Кускова, Кирилл Лыткарино. Всем привет. Спасибо, Роман там. И приехал Евгений вместе с Павлом. Он пока посидит, посмотрит. Он говорит, 7 лет ракетку не видел в глаза. Но мы склонны ему не верить. Мы знаем этих уклонистов от игры. Беседуют, делятся опытом. Ракетками можно... А, Павел, про ракетку два слова. Это у нас... Я шипы слева, справа гладкая, тип Харвалюша. Слева шипы дешевенькие для улицы поставил. А так, ага. Грасты так сыграю. Ага, все поняли. Основание? Основание, ну, уличный тимобол ЛЦ. А заловая Жан-Жаке супер ЛЦ. Все так, поняли. Эту скороговорку защита, надо выучить. Защита с контр-игрой. Вот так. Ну все, раскрыл свои карты. Осталось его только победить. Но я думаю, он хохотнул, и мы поняли, что это голословное заявление. Пораньше бы, когда я выпивал. Когда вы выпивали, мы в теннис не играли. Поэтому я сейчас не умею играть. Хорошо. До 4 побед. Не, как до 4? До 5? Ну ладно, до 5. Нет, до 2 это... До 2 у нас не бывает. Мы не знаем, мы считать не умеем до 2. Я не удержу. До 3 тогда. Ну как-нибудь. Сейчас они... разомнуться. А нам знакомство с шиповиком еще снова. Так, у меня осталось тут 20 градусов. 20 градусов должно хватить без дополнительного питания. Пойдем на мой стол, да? Ага, пошли на третий стол. Меняем диспозицию. Солнце светит, поскольку игра короткая, надо, чтобы не было дополнительных трудностей. Пока смотрите. Тоже солнце? Там не так. Ну ладно. На третьем столе, может быть. Да без разницы. Третий передвинут на четвертый. Нет, не хотят. Что-то они, в общем, решили с трудностями. Так, на подачах кто что? На подачах... А, нет, они греются. Пусть греются. Решили играть в тяжелых условиях. Ну да, у нас так принято. Первый стол самый сложный. А что играть на простом столе? Можно и в зал вообще пойти. Ну тогда я туда не пойду. Я в зале не снимаю. В зале неинтересно. В зале спокойствие, тишина, уют. Туалет работает. Нет. Солнце, ветер, скользко. Ох, как хорошо-то слева. Так подскользнулся. Ох ты, там что-то такое. Он отвлекает внимание. Такого у нас не было. В танце. Выбирай сторону. Вечером в танце. Сторону выбирай. Все равно. Давай в солнце иди. В тяжелую сразу Романа ставьте. Оторву. Роман на подачах. До 3 первоначально. 1-3. Какой 1-3? 1-0. А, ой. Нет, невозможно с ними. 1-1. И за стол. Шипы, ненавистные шипы, но надо играть против них. Как хорошо вырезает. 2-2. Павел, браво. Ох ты. Вот это наш теннис. Вот такой теннис можно и до одной победы играть. Все равно впечатлений будет масса. Ха! Солнце с правой стороны. Павел раскусил, куда кидать надо, где невозможно ничего увидеть. 3-1? 4-2. 4-2. Не вижу вообще. 5-2. Не видит ничего. Следующий сет, зато будешь все видеть. Это понятно.
Шипы из солнца. И не попадаем. Так, сейчас еще раз. 2-7. 7-3. 7-3 подтверждает Павел. Андрюш, выключи, а то эта музыка, там они эти авторские права всякую фигню говорят. Так, 7-4. Четыре восемь. Да, тут вспомнишь Куриловича. Вы видите, как шипики что делают? 4-9. Вот шипами играют черные. Вот твои, то, что ты ждешь, будешь пикать. Вот смотри, как шипы не дают играть гладкому. 4-9. Да, накинул, ветер приподнял. 10-4. Первый сет Павел забирает. 4 очка только оставил Роману. Нет, красная гладкая, черная, как элегантно чеканит еще мячиком. Да, неожиданно. 1-0. 0-2. Вот какая хитрая игра. Почти вернул Роман, уже улетел, не вернулся бы. Два-два? Три-два. На подачу. Если можно не кричать, только естественные крики, а запугивающих не надо. 3-3. Он слева-то влупил. Мама моя, 5-3. Пять, четыре, золотой топс приносит цифру. А, сетка за стол выкидывает. 4-6. Жесткая игра. Шипы вносят свой. Не, я пока на технический перерыв. 4-6. Хорошо, Роман соплю такую вернул. И Павел думал, уже он выиграл же очко-то его. 5-6. О, ну что же он не вкладывается? 7-5. Привыкнуть, к шипами давно не играл. Сейчас в основном все гладкие выходят. 7-6. Вот она игра, которую мы аплодируем молча, чтобы не помешать игрокам. И 7-7. Слева молот не прошел. Вот какие нам подарки из Кускова Лыткарина приехали. 7-7. Экстра игра.
ветер поднялся, мешать будет. К шипам добавляется ветер. 7-7, да, по-моему? 7-7. И 8-7. Первый раз Роман выходит вперед. Ха-ха, что-то чуть-чуть где-то не так. Шнурок помешал. 8-8. 9-8. 8-10. Андрей, пропусти девушку, а то авария будет. 9-10. Ветер дует, но не туда. Встречный. Какой топсов диагональ в девяточку. 10-10. Второй сет и баланс. Здорово. Ха-ха, не вырезал. 10-11. Да, 11-11! Ну это же фантастика, а не розыгрыш! Это же мега! Какой подарок к дню рождения Асташонку! Да, мяч умер. Сейчас новый достанем. Предлагаю ничью. Нет, не берем! Не берем, берем, играем! Расстроимся мы. Не надо расстраиваться. Главное, чтобы зрители были довольны. Счет. Меньше. Меньше. И не дорезал. 12-12. Ох ты, он то что творит, то что творит. Правый угол знает наше слабое место. 12-13. И 13-13. Павел не удивился, удивился. Опа. 14-13. И снова вперед выходит Роман. Ну, елки же палки. 14-14. Замечательный Павел. Пятнадцать-четырнадцать. Ха, не попал. Топс должен был. Все, и сетка не мешала, и ветер не мешал. Может, и мешал. Наверное, попутный ветер. 15-15. Там пленки хватит? Нет, не знаю, что делать. Сейчас я буду сейчас от руки записывать все. Ох ты, ну ты что, 16-15. И 17-15, 1-1 по сетам, футбол мячом. Лучше играть в футбол мячом, чем ломать мячи руками. 1-1 на солнечной полянке, снова Роман. Снова ему будет мешать солнце. И, конечно, Павел. 1-0. А солнце чуть-чуть зашло. И 1-1. Ну да, ну да, 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 она самая. 2-1. И 2-2. Что случилось-то? Что мешал? Ну ветер, еще. Сейчас договоримся с кем-нибудь.
Сейчас стоп. Саша пройдет. 2-2. 3-2. 2-4. Хо-хо-хо-хо-хо, с криком золотой топс приносит. Не золотое очко, но очень важное. Если для трех переход и свободы. Или до скольки играть? Нет, до четырех побед играй, но будет монстр. 2-3-0. Ну да. Так, счет сейчас какой у нас? 2-5. 2-5, а по сетам? 1-1, играем. До трех минимум побед. До двух у нас не бывает таких. Спасибо. 7-2. Какая подача. Ну как же так, Павел? Чего-то как-то что-то где-то не доглядел. 2-8. Пожалел Павел. 3-8. 8-4. 8-4. Да, мощный топс наш золотой приносит циферку. 9-6. Ох, ну это ошибка. Это ошибка. 7-9. Нет, по-моему, другой чуть. По-моему, другой чуть. Другой? Ну сейчас мы уточним. Счет, Роман. 5-9. А, 5-9. Ух, я 7-9 уже. Пять десять тогда. Ах, ну с помощью нелюбимой Романом сопли. 2-1 по сетому втирает пот и Роман, и Павел. Хороший топс. Красота. Неимоверно, красота. Везет нам на гостей. Да, вернул. Везет, блядь, когда не везет. Вернул. Я в цифрах запутался. Ладно. Счет. 3-1. 3-1. И 3-2. Два, четыре. 3-4. 10 минут осталось. Так, 10 клон нам перестегнуть. 5-4. За счетом следишь? Счет? 5-4. Как он зашел красиво. 4-5-4. Я забыл. 5-5, наверное. И не вернул. 5-6. Отличный розыгрыш. Отличный. 8-мега! Браво! Даже зрители первый раз зааплодировали. 7-6. Молодцы, молодцы. 6-7. Ветер. Это ветер. Ветер, попутный ветер унес. 7-7. Как Павел четко учитывает розу ветров. 7-7.
и застреливать. 7-8. 8-8. Да. 9-8. Х-9-9. Так, после этого сета я возьму зарядку. И 10-9 матч-поинт. Ах, какой он мастер! Какой он мастер! 10-10! Павел, браво! И ноги в порядке, и руки в порядке. Ракетка, правда, с шипами, но ничего страшного. 10-10. Ромик играет в теннис, не играет в счет. Десять, одиннадцать. Да 11-11! С помощью кувалды и какой-то сопли! Так, так, не отвлекайте зрителей. Зрители молчат. Игроки, правда, тоже молчат. 11-11, не надо, Лена! 11-11. Одиннадцать, двенадцать. Стоп. Одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Вот так умно играй, умно. Так не надо заветовать, Ромочка, не сбивай его, не сбивай. Он все знает. Двенадцать, тринадцать. Боги, спасибо. 12-13. И ошибка. Ошибка. 2-2 по сетам. Сейчас я поменяю, пленочки добавлю. Подождите, питание возьму. Не, у меня осталось там три. Так, подключил я дополнительное питание. Тайм-аут у игроков был. Павел там приводит себя в порядок. Рома приводит себя в порядок. До трех побед, 2-2 по сетам. Вы видели это? Это непередаваемая игра. Я не знаю, какие уже эпитеты. Я замучился супер, мега, ультра. Не знаю, фантастика. Пишите в комментариях, какие эпитеты подходят под эту, для этой игры. Павел... полотенцем баттерфляй, нет, не баттерфляй, доник с полотенцем доник, и да, и Роман с полотенцем баттерфляй. Как бы еще простите, играю скучно, неинтересно. Так, сейчас я буду держать плотно, чтобы все было хорошо. Вот так, может быть, что-то там будет трястись, вибрировать. Третий, завершающий. 1-0. Солнце зашло, и условия идеальные. Нет, не попал 1-1. Блин! Еще этого не хватало. Пальцем подавать. 1-2. Потерпел. 2-2. И разговаривать во время игры. Да, ветер просто потребовал своего участия. 3-2.
Вот наш флюгер, смотрите, что творится. Игроки все равно играют. Три, два, не разговариваем, не разговариваем. Два, четыре. И два, пять, меняемся сторонами. Два, шесть, второй раз не стал атаковать, пусть думал. Шесть, два. Сами все видели. Эпитеты в комментарии. 7-2. Третий сет. Разрыв 5 очков. Но это ни о чем не говорит, когда Павел справа. Да! Топс прошел. 8-2. 2-8. 2-9. 9-10, матч поинт. 2-10, 10-2. Вы что, не понимаете? Считать не умеете, что ли? 10-2, матч поинт. И да, золотой зубс. Павел даже не стал дергаться. Павел, огромное спасибо. Огромное. Подарок для любителей уличного тенниса. Вообще игры не было. Не-не-ну, ты в последнем сете чуть-чуть что так самое вдруг раз. Солнце потому что зашло, а ты солнечный человек. Тебе надо, чтобы энергия была отовсюду. Спасибо огромное. Евгений, спасибо.